у тебя просто шок. Ты... Новый виток конфликта вокруг Арктики. Для доступа необходима авторизация. Я столкнулся с российским транспортником. Конечно. Пока обошлось без жертв и повреждений. С обеих сторон сделаны вещи. Вам помочь? Я пришел к лейтенанту Андерсону. Вы авторизованы? Да. Лейтенант еще не пришел. Подождите его на рабочем месте. И начать международные переговоры. Пока ни от Москвы, ни от Вашингтона ответа не последовало. Мы будем держать вас в курсе того, как развивается ситуация. Внимание всем поставкам. Ребят, здесь идет поиск пропавшего андроида. Высылаю данные. Я ищу лейтенанта Андерсона. Его стол вон там. Стрелка на складе Ньюпорт-Харбор. Внимание, все поставлены. Греки, ты со мной. Ох ты, Коннор. Я думал, твою задачу здесь сняли. Только что продлили. Хэнк, наверное, будет просто в восторге. Ты был прав насчет того андроида. Так и сидит себе смирно в камере. Сегодня вот увезти должны. Простите, в какое время обычно приходит лейтенант Андерсон? Зависит от того, как прошел вечер. Если повезет, явится до полудня. Спасибо. Привет, Зай. Звонок Хэнку Андерсону. Привет, это Хэнк. Пока не могу ответить. Оставьте сообщение, если приспичило, но перезвонить не обещаю. Пип. Короче. Лейтенант Андерсон, это Коннор. Андроид из компании CyberLife. Я жду вас в офисе. Уже почти 12. Ну ты погляди. Наш дорогой пластиковый детектив снова вернулся. Поздравляю со вчерашним, весьма впечатляет. Приветствую. Мое имя Коннор. Я такого еще не видел. Что за модель?
РК-800. Я прототип. Ах, прототип. Робот-детектив. Машины скоро нас всех заменят. Так, что ли? Эй, сделай мне кофе, ушлепок. Ну что стоишь? Извините, я подчиняюсь только лейтенанту Андерсону. Если бы Хэнк вчера не влез, я бы тебе объяснил, что людей надо слушаться. Держись подальше. В другой раз я тебя жалеть не буду. По данным ряда источников, полиция Детройта получила... андроида-детектива. Конечно, полиция уже давно применяет андроидов для вспомогательной работы, но сообщается, что этот революционный прототип будет непосредственно участвовать в расследовании преступлений. Мы обратились в Киберлайф за комментарием, но в компании заявили, что все заняты. Первая книга, написанная искусственным интеллектом, не успела выйти, а уже пользуется буквально оглушительным успехом. Мечтают ли люди о теплокровных овцах? Этот роман уже стал главным бестселлером. Более того, критики в один голос хвалят оригинальность и необыкновенную глубину этой первой работы. Новое детище Киберлайф. Искусственный интеллект Вольтер несколько месяцев анализировал предпочтения людей в социальных сетях и, наконец, с помощью сложных алгоритмов написал сюжет этого романа. Многие специалисты считают, что человеку будет сложно тягаться с такими алгоритмами на литературной стезе. И весьма вероятно, в недалеком будущем большая часть книг будет написана компьютерным интеллектом. Пошел ты, сраный робот. Они уничтожат меня. Мне жаль. Я этого не хотел. Но помочь я не в силах. Я знаю, ты что-то скрываешь. Я должен узнать, что, пока тебя не забрали. Вчера ты сказал, правда внутри. Что это значит? Открывайте камеру! Скорей! Позвоню в Киберлайф. Пускай уберут.
Рад вас видеть, лейтенант. О, господи. Хэнк! Иди-ка сюда! Андроидах каждый день. Раньше это были единичные случаи. Ну, какая-нибудь бабка потеряла горничную, вся такая хрень. Но теперь речь идет о нападениях и даже убийствах, как, например, вчера. Это уже касается не только Киберлайф. Это уголовное расследование, и надо что-то делать, пока мы не в полной жопе. Я поручаю тебе эти дела. Выясни, есть ли связь. Почему я? Почему ты на меня это вешаешь? Из всех копов в стране я хуже всех подхожу для этой работы. Да я ни хера не знаю об андроидах, Джеффри. Я едва могу телефон свой настроить. Да все перегружены. И я считаю, ты прекрасно способен с этим справиться. Брехня! Просто никто не хочет заниматься этими гребаными андроидами. Вот ты и спихиваешь на меня. Из Киберлайф прислали андроида в помощь расследованию. Это революционный прототип, будет твоим напарником. Нет уж нахрен! Не нужен мне напарник, а уж особенно пластмассовый урод. Хэнк, давай-ка не испытывай мое терпение. Я тут старший по званию, и ты должен меня слушать, не забыв заткнуть свою пасть. Знаешь, что моя пасть тебе ответит? Ладно, а? Ладно. Я сделаю вид, что не слышал, чтобы не добавлять очередной выговор в твое личное дело, которое уже тянет на толстенный роман. И этот разговор закончен! Господи, Джеффри, ну за что ты меня так? Ты же знаешь, как они меня бесят. Что я тебе сделал? Вот что. Мне надоело слушать твое нытье. Либо иди работай, либо значок на стол. А теперь, если позволишь, я делом займусь. У меня нет уверенности, что лейтенант Андерсон наилучшая кандидатура для этого дела. Так! Еще не хватало, чтобы робот учил меня, что делать! А ну пошел вон отсюда! Хорошего дня, капитан. Слушайте, знаю, я вам неприятен, но работать вместе нам придется. И обоим надо да приложить усилия. Я рассмотрел. Лады говорят, что... Так или иначе, я хочу сказать, что очень рад работать с вами. Мы будем отличной командой. Могу ли я занять какой-нибудь стол? Вот этот ничей. Вы слушаете «Рыцари черной смерти»? Это хорошая музыка. В ней много энергии. Ты слушаешь хэви-метал? Ну,
Не то чтобы я вообще слушаю музыку, но хотел бы. У вас есть собака, да? С чего ты взял? На кресле собачья шерсть. Люблю собак. Как зовут вашу? Тебе-то что? Сумо. Сумо зовут. Вы давно знаете капитана Фаулера? Да, слишком. Хотел спросить, вы всегда приходите на работу в это время? Прихожу, как прихожу. Хватит уже ко мне цепляться, а? Если у вас есть материалы по девиантам, я бы на них взглянул. Терминал у тебя на столе. Наслаждайся. ...243 досье. Первое 9 месяцев назад. Все началось в Детройте и быстро разошлось по всей стране. Вчера модель АХ-400 напала на человека. Думаю, с этого будет целесообразно начать. Знаю, вы не рады, что вам поручили это расследование. Но вы же профессионал. А давай ты уже пойдешь нахер. Вам следует заняться личными проблемами и дать мне более компетентного напарника. Слышь, говнюк, была бы моя воля, я бы всех вас сунул башкой в помойку и поджег. Так что лучше не зли меня! Не то очень пожалеешь. Лейтенант, простите, что отвлекаю. Есть информация о модели АХ-400, вчера напавшей на человека. Ее недавно видели в Ривендейле. Хорошо. Thank you.